Добрый день, друзья! Сегодня наш разговор о бинокулярах модели MG81007. Давайте посмотрим, что у нас есть в упаковке. В упаковке вот такие вот бинокуляры. Я не буду пока их поворачивать, чтобы покажу вам. Прежде всего, зажим здесь вокруг головы происходит с помощью обычной липучки, но тем не менее это дает возможность, в зависимости от того, кто надевает эти бинокуляры, от размера головы, регулировать довольно широких пределов. Ну, давайте защелкнем. Итак, самое главное — это линзы. Раз уж я начал показывать с этой стороны, здесь как раз хорошо видно, что есть две основные линзы. Обратите внимание, можно работать с одной, можно с двумя линзами. Вторая линза легко защелкивается. Ободок пластиковый позволяет вам не трогать пальцами саму линзу, чтобы не оставлять на ней пятна. Переходим к передней части. Помимо двух линз есть дополнительная увеличительная лупа. Можно ее не использовать, это первый вариант. Можно ее использовать с одной или с двумя линзами. И третий вариант, если уж возникнет необходимость, вообще можно выкрутить вот этот винтик и использовать ее для, значит, просмотра какого-то микротекста, то есть использовать отдельно. Согласитесь, это удобно. Но вообще в комплекте обычно идет вот так вот две линзы и необходимо, если дополнительная лупа. Эта модель бинокуляров не похожа ни на одну другую интересными блоками светодиодной подсветки. Обратите внимание, здесь есть блок. Как это все работает? Значит, видно здесь или нет, есть кнопка open, надпись, точнее, не кнопка, то есть двигается вперед-назад, снимается. Давайте я вставлю батарейки. Здесь вставляются две батарейки, главное соблюсти необходимую полярность. Так, теперь вставляем обратно, то есть горит один светодиод. Давайте, что в принципе уже раз рассказываю, давайте я вставлю и вторые тоже батарейки. Так, open. Итак, два светодиода, на каждый из них нужно две батарейки, и которые помогут вам, если недостаточно будет естественного освещения. Выключается с помощью вот этих вот микровыключателей. Ну, в принципе, основное я рассказал. Кстати, бинокуляры отличаются очень незначительным весом. Ну, практически увидите здесь пластик, очень простое крепление для головы. Еще раз остановлюсь на основных моментах. Две линзы основных, дополнительная увеличительная лупа, может работать отдельно, вместе, а также два светодиода с простой заменой батареек. В принципе, недорогие бинокуляры и, тем не менее, снабженные, как видите, даже двумя светодиодами. Между прочим, можно работать, как видите, ими по отдельности, в зависимости или вместе от работы, которую предстоит выполнить. Итак, сегодня наш разговор был о бинокулярах модели MG81007. Описание и характеристики доступны на сайте. Заходите, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.